Эдуард, добрый день. Добрый день, Саша. Вопрос. На днях вы выставили пост в соцсетях о том, что Пархоменко Валерий Алексеевич баллотируется по 151 округу. Как вы прокомментируете? Совершенно верно. Ну, для кого-то это могло быть новостью, для меня закономерностью, что именно этот человек с командой «Ридный Миста» взял на себя ответственность, и команда ему полностью доверила. Потому что, честно говоря, лучше кандидатуры сейчас участвовать в этих сложных промежуточных выборах на 151 округе при том количестве конкурентов, я считаю, что нету. Так как я уже написал, я имею за честь быть доверенным лицом этого человека, представлять его интересы перед государством, в определенных вопросах перед территориальной общиной. И все, что будет необходимо для удачного продвижения кампании, мы все сделаем, потому что, знаете, самая лучшая политика – это добрые дела. А добрых дел, которые благодаря своей работе, благодаря своей жизненной позиции сделал в свое время Валерий Алексеевич, их очень и очень много. И я считаю, что именно такие люди, которые знают этот округ, потому что он родом оттуда, могут решать его проблемы и не заниматься политическим словоблудием, а именно конкретно решать те вопросы ради тех людей, которые его избрали. Изберут. Изберут. Спасибо.